В конце сентября Приднестровский цирк приехал с гастрольной программой в Бендеры. В течение 2 дней юные горожане и их родители могли посмотреть цирковое представление на сцене Дворца культуры имени Ткаченко. В программе были различные номера. Это и гимнастика в кольце в исполнении Людмилы Ткаченко, и пластический этюд Аллы Моисей, и эквилибрист на лестнице Роман Раца. Детвора и взрослые замирали, когда под куполом выступала гимнастка Кор де Парелли Елена Соколова. Под восточные мотивы Ольга Романова демонстрировала свое мастерство игры с хула-хупами. В ярко-алом костюме гимнастка Татьяна Сухонь, заслуженная артистка ПМР, покоряла публику, раскачиваясь под самым потолком сцены в прозрачной сетке. Семейная цирковая династия Бендерчан-Кистал в этот раз была представлена в 2 жанрах. Михаил, представитель старшего поколения, демонстрировал дрессуру с веселыми четвероногими и пернатыми друзьями. Его сын Нику Кистал элегантно исполнял свой коронный номер, показывая искусство эквилибра на катушках. И, конечно же, во время реприз юные зрители успели полюбить романтичного клоуна Шурика, художника и фотографа. А вот в роли конферансье выступала Алена Ролян, знакомая бендерской публике скорее как Ленточка. Она уточнила, что цирковую программу ведет не просто конферансье, а шпрехшталмейстер, что в переводе с немецкого означает «мастер говорит». Свою гастрольную программу Приднестровский цирк продолжит в Слободзее и Слободзейском районе. А в середине осени приднестровцы увидят новую программу, приуроченную ко дню запуска первого искусственного спутника Советским Союзом 4 октября 1957 года, откуда берет начало космическая эра человечества. И к очередной годовщине этого события в рамках республиканской программы цирковой коллектив подготовил тематическое представление.